Честно, вы только не говорите, Евгений Ильич, никому. Мне тоже не нравится. Опоздал на секунду, все. Опоздал на секунду, все. Вот. Значит, другой момент, значит. Мне вот приходилось судить первенство России среди ветеранов. И вот еще вот когда времена были, когда дедушки буквально горячими получали телефоны от внуков мобильными. Вот. И нужно было видеть, как, так сказать, он говорит, я вытащил все. Вот, как он, так сказать, в сердцах нажимает. Вот, один ветеран, как, да, с этим телефоном. Это ему жена подарила. Вот, жена. Вот. Подарила.